Приветствую всех онлайн-зрителей. Рад видеть вас на ежедневной аналитике. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Наша задача с вами на сегодня рассмотреть основные валютные пары с точки зрения классического технического анализа и также сделать альтернативный взгляд с точки зрения методов Уильяма Ганна, то есть учитывая не только цену, но и время. Я думаю, те, кто уже хотя бы был на прошлой неделе, уже привыкли к новым терминам, которые используются. Если кто-то пришел сегодня в первый раз, то пугаться не стоит. Если что-то непонятно, сразу пишите в чат. Плюс я обязательно покажу свою почту, на которую можно писать, задавать вопросы. Как бы всегда открыт к дискуссиям и к обсуждению. Сегодня у нас на повестке дня будут новости по Великобритании. Об этом я еще сегодня упомяну. И также интересные позиции, возможно, появятся у нас, как я говорил, на несколько дней раньше по австралийцу и по золоту-серебру. Ну, давайте приступать. Если какие-то вопросы будут, то, соответственно, уже непосредственно в чате пообщаемся. Сейчас, как всегда, проверю качество нашей связи, все ли меня видят, слышат. Так, плюсики вижу, пошли. Так, замечательно. Традиционно начинаем сначала с рабочего стола, чтобы не надо было ничего записывать, делать скриншоты и так далее. Напоминаю, что ссылка может в чат некорректно перекинуться, поэтому просто выделяем мышкой всю ссылку целиком и вставляем в браузер. Тогда все должно качаться нормально. Вот, ловите. А нет, сейчас целиком, в какой-то веке. Для тех, кто только что пришел, эта ссылка нужна для того, чтобы поместить рабочий стол себе в MetaTrader, и все, что я вам сейчас буду рассказывать, отобразится у вас на вашем MetaTrader, для того, чтобы не нужно было ничего запоминать, смотреть отдельно и так далее. На всякий случай я вам продублировал эту ссылку вот здесь. Если какие-то вопросы будут ко мне, то вот она почта. Алексей Ершов, @alpari.org. Для тех, кто мне вчера задавал вопрос, почему не работает Ган Хайлоу активатор, улучшенная версия, тех, кто торгует на счетах типа ECN, то есть Electronic Communication Network, то есть там просто не был прописан сервер, изменения внесены, то есть сейчас должно все заработать. С теми, кто писал вчера в почту, я уже отписался, люди ответили, сказали, что все работает, поэтому проблем быть ни у кого не должно. Ну, на всякий случай, если вдруг что-то где-то у кого-то не заработает, мне обязательно в почту напишите, буквально в рамках 1-2 дней максимум все проблемы порешаем. Ну, а теперь давайте непосредственно переходить к технике, потому что по экономическому календарю у нас сегодня новостей, по сути-то, особо и нету. Были важные по Австралии, но они уже в прошлом, на них ничего не заработаешь. А через 4 часа, грубо говоря, у нас будут новости выступления главы Банка Англии в 13:00. Поэтому те, кто любит фунта и все, что с ним связано, соответственно, держите руку на пульсе в районе 13:00. Ну, до него мы еще дойдем с вами. Как мы видим, что прогноз изначально не сработал, то есть по классической схеме движение по евро не пошло. Такое периодически случается, когда мы не можем на начальном этапе определить трендообразующий импульс, а только уже задним числом, когда она выходит из флета. Ну, никуда от этого не денешься, то есть она не дошла даже до 261,8. Я специально оставил пунктиром наиболее вероятная на тот момент возможность движения, но не был обновлен максимум, соответственно, не было ни открыто никаких сделок. Поэтому что мы видим сейчас? То есть цена приближается к углу 1.1, то есть в любом случае в ближайшие 1-2 дня у нас здесь может быть очень неплохая сделка. Давайте уменьшу масштаб, чтобы было удобнее смотреть. Наши с вами дальнейшие действия. Рассматривать покупки евро, на мой взгляд, наиболее разумно на данном этапе только после того, как будет пересечен обратный угол 1.1, или как его еще реверс называют. Да? То есть цена может подойти вот сюда к 1.1, мы ждем
что он здесь сделает. Если отбивается, ломает линию Ганна, то можно смело купить и дожидаться движения вот к этому углу. Если пробивает, то становимся в продажу и идем до угла 1-2. Стопик можно банально ставить на линию Ганна. Если движение действительно будет вниз, то цена вряд ли ее коснется. Если вы еще отступите там 1-2 спреда, то, скорее всего, будет все вообще замечательно работать. На истории, я думаю, кто захочет, может перепроверить. К тому же напоминаю, что данный индикатор, он чуть-чуть изменен. Здесь указан период, если вам нужно, можете его поменять, но она не перерисовывается, то есть она считается по ценам открытия. Да, она запаздывает на одну свечку, но зато вы можете вносить изменения только, например, один раз в час. То есть она выставила свое значение, дальше хоть атомная война начнется, она ни на один пункт не изменит своего значения. Достаточно удобно. То есть ждем, что будет вот здесь. Как только она подойдет, вот тут надо будет принимать решение. Если до завтра не дойдет, то на завтрашней аналитике уже рассмотрим это более детально. То есть сейчас лучше ничего не делать, но как только подойдет, будет в любом случае очень неплохой вариант на совершение сделки. Поэтому будьте внимательны. Теперь смотрим на фунт. Вот фунт практически стоит на месте, как видите, он так четко и не пробил ни верхнюю, ни нижнюю, он дошел до вот этого самого времени, когда углы пересекаются. Это было у нас когда? То есть это было 20 числа в час ночи, то есть особо мы здесь краткосрочные сделки никакие использовать не сможем. Получается, что единственное, что мы можем сказать, это то, что цена стала выше реверса угла 1.1. И более предпочтительно на данный момент движение наверх. Но мы видим, что цена находится около зоны консолидации. И как бы открываться прямо сейчас, несмотря на предпочтение, на мой взгляд, ну, совсем не логично. Поэтому в этом случае я бы, наверное, подождал новостей, которые будут через 4 часа. И после них уже открывался. То есть, если он пробьет зону консолидации, тогда уже можно рассматривать движение наверх. Потому что в противном случае, вот этот, видите, боковое движение, к тому же достаточно узкое, то есть нету даже 100 пунктов, я бы просто подождал, чтобы он вышел за границы. То есть, либо он ушел где-то ниже, чем 1.5420, либо поднялся выше, чем 1.5510. Вот тогда уже можно будет рассматривать какие-то более интересные для нас движения, потому что ловить сделки там по 20, по 10 пунктов, ну, на мой взгляд, не так интересно, как на 100-150 пунктов. Так, вижу, появились вопросы. Алексей, от какого импульса натягивали сетку Фибоначчи по евро? Давайте вернемся. Сейчас посмотрим. То есть до этого у нас было движение флетовое, и по сути именно первым резким движением был вот этот импульс. То есть он был 2 числа примерно в 15 часов. Но его всегда можно определить уже только тогда, когда цена вышла из зоны условного касания. То есть мы тогда это могли делать вот только вот в это время примерно. 12 числа, где-то после 16 часов можно было подобным образом рассуждать. Так, Александр предлагает рассмотреть импульс от 1-2 октября. Я так понимаю, что это было написано уже, когда мы рассматривали фунта. Давайте поясните, к евро или к фунту относится ваш пост, чтобы мы сейчас туда-сюда не метались. Евро, да? Импульс от 1-2 октября. Давайте смотреть. То есть, я так понимаю, речь идет об вот этом вот, да?
В принципе, коррекция достаточно глубокая. Можно было бы, в принципе, рассмотреть и тот, и тот. Здесь даже получилось более красиво. Единственное, что лично меня бы смутило, это то, что колебания достаточно маленькие, даже в половину канала не попадают. Поэтому у меня бы были небольшие сомнения на тему того, будет он трендообразующим или нет. Но, в принципе, спорить не буду. Этот тоже можно было бы рассматривать как таковой. Я оставлю как было, чтобы не казалось это подтасовкой по сравнению с предыдущими выпусками. Так вот сдвину. Так, с фунтом здесь разобрались. От индикаторов никаких сигналов нет. К тому же до 13 часов лучше пока от сделок воздержаться, пока он не определится с направлением. Потому что даже углы ничего сказать здесь нам не могут, к сожалению. Теперь швейцарский франк. То есть пробил вчера перенесенный угол 1.1, пошел наверх. Я думаю, что кто-нибудь вот это движение все-таки себе забрать смог. Если кто-то торговал именно внутри дня, то ушел он там на 15 минутки и так далее. В принципе, там движение в районе 20-25 пунктов было. То есть сейчас он опять же остановился. Остановился, причем фактически сразу после того, как преодолел вот этот уровень. Возможно, сейчас он его просто тестирует. Но если вы уже из этих сделок вышли, а скорее всего так оно и есть, то открываться прямо сейчас смысла нет. Нам нужно дождаться, чтобы он опять же закрепился за перенесенным углом 1.1. Еще бы хотя бы одну или две свечки закрытых за вот этой линией, тогда можно посмотреть, чтобы швейцарец еще немножко порос. А стопик можно переносить просто или по линии Ганна, или по обратному углу 1.1. Тогда никаких проблем не будет. Плюс еще посмотрим, как на этой неделе ведет себя именно сетка углов, сетка уровней по времени и по цене. Тогда станет все как раз на свои места. Иена. Иена продолжает сделку по выходу из зоны условного касания. Фактически то, что сейчас скажу, ничем не будет отличаться от того, что сказал вчера или позавчера. Если по-прежнему стоите в сделке, то переносим стоп поближе, то есть рано или поздно она вам его выбьет. Если движение действительно продолжится наверх, то вы уже в любом случае ничем не рискуете. То есть вы заберете либо прибыль побольше, либо прибыль поменьше. Те, кто вне рынка, тоже, соответственно, ждем более каких-то сильных движений. Те, кто входили по сигналу от зоны условного касания, можете спокойно сопровождать сделку дальше, перенося стопы. В любом случае сделка закроется только в плюсе, либо в более большом, либо в более маленьком. Сигналов от индикаторов никаких нет, сигналов внутри канала каких-то дополнительных тоже на данный момент нет. Вот, кстати, австралиец, то, что мне вчера задавали вопрос насчет австралийца и новозеландца. Я говорил, что начинают вырисовываться движения вниз и у того, и у другого. Но австралиец сначала может сходить наверх, а потом уже пробить перенесенный угол 1.1. То есть вот как раз он наверх сходил, но не так далеко, как ожидалось. Я думал, что он все-таки вот так вот чуть-чуть додавит. Вот здесь дойдет до обратного угла и пойдет обратно. Ну, чуть-чуть он не дотянул. Опять же, эту сделку я намеренно пропустил, потому что я все-таки хочу поймать его на обратном движении, когда он его подтвердит. Но он все подтверждать никак не хочет и вырисовывает какое-то подобие треугольника. Вот, в таких ситуациях не очень приятно торговать или приходится уходить на более маленькие таймфреймы. Вот, сейчас мы увидели, что он не хочет пробивать уровень в приблизительное значение 0.7238. Поэтому пока что я, наверное, сам от сделок воздержусь, но здесь, получается, надо переносить уже ограничивающие углы. То есть сейчас ситуация аналогична, только она уже разыграется значительно быстрее, чем мы с вами обсуждали вчера. То есть в любом случае какая-то сделка по австралийцу будет
где-то до часу завтрашнего дня. Скорее всего, это будет именно сегодня. То есть, если пробивает наверх, то можно уйти на более маленький таймфрейм и рассмотреть покупки. Если пробивает вниз, то лучше дождаться подтверждения того, что он пробил не только перенесенный угол, но и 72.38, чтобы просто не получилось так, что вы зашли, а он отбился от уровня. Если он его пробивает, тогда можно рассматривать сделки на продажу, ну и как минимум он сбегает попробовать, пробьет он или не пробьет 71.95. А это как бы уже расстояние 43 пункта, ну 43, грубо говоря, не возьмем, 35 пунктов внутри дня можно будет, соответственно, взять. Плюс ко всему, если это будет резкий импульс, вы наверняка сможете четко выйти по осциллятору. Он, в принципе, я думаю, за последние выпуски уже себя достаточно показал, как он в этом плане хорошо позволяет вовремя выскочить. Поэтому с австралийцами, я думаю, здесь уже должно быть все достаточно понятно. Вот по новозеландцу движение было более слабое, то есть у нас появился первый сигнал того, что цена уже зашла за угол ускорения, то есть угол 2.1, но за ним еще как бы четко не закрепилась, она его коснулась вот здесь вот. То есть было тестирование угла, все вроде как замечательно, но что лично меня вот сейчас еще смущает, до того, как выйдут все эти новости, то есть он упирается вот сюда. То есть у нас получается зона консолидации около значения приблизительно 0.6778. То есть пока он его не пробивает, меня это будет немного смущать, я не буду входить в продажу. Если же он пробьет, закрепится, тогда как минимум движение до перенесенного угла 1.1 у нас будет. То есть это где-нибудь 85 пунктов как минимум есть. Если же это останется достаточно сильным уровнем, он его пробить не сможет, то открываться на покупку лучше только после того, как вот эта синяя пунктирная линия будет пробита. То есть это обратный угол 1.1. И там уже как бы перспективы достаточно высоки. Просто в последнее время вырисовываются перспективы именно на разворот. Но достаточных условий на подтверждение еще у нас, к сожалению, нет. Поэтому, так как мы остаемся еще в рамках гипотезы, входить на опережение это достаточно чревато рисками, поэтому будем ждать подтверждения. Так, пожалуйста, введите в свой обзор важную для россиян пару доллар-рубль. Сегодня его рассмотрим на днях. Если останется время кому-то нужно внутри дня, то давайте рассмотрим сегодня рубль. Мне, в принципе, большой разницы нет. Давайте посмотрим, нет проблем. Теперь переходим на квадраты. Ну, если вчера смотрели, да, надеюсь, вот эту штуку взяли. Если кто-нибудь взял, напишите плюсик. Мне будет очень приятно это слышать. Что сейчас происходит? Мы находимся по-прежнему ниже линии Ганна, приоритет на падение сохраняется. Единственное, когда стоит открывать сделку, это если он пробьет тот расчетный уровень, на котором он остановился вчера. То есть пробивает 1.1313, тогда, соответственно, нас потянет цена на 1.1270. У вас эти уровни перед глазами, со вчерашнего дня абсолютно ничего не изменилось, за исключением того, что нарисовались новые свечки. То есть действуем абсолютно точно так же. Если будет пробита эта цена, тогда мы идем вот сюда и желательно закрыть сделку до 23.00 сегодня. До канадца сейчас дойдем. Обязательно. То есть вот такая вот сделка сегодня будет допустима. А, кстати говоря, чуть не забыл. Только что обсуждали австралиец, новозеландец. Я помню, вчера задавали вопрос, как они могут иногда ходить в разнобой. То есть глобально они всегда в основном ходят за ручку, да, то есть если оба вверх или оба вниз, но на краткосрочных промежутках периодически случается, что пары такие, как евро-доллар, фунт-доллар или, например, австралиец, новозеландец, они могут в краткосрочном промежутке времени ходить в разные стороны. И для того, чтобы определить, когда это может произойти, если это кому-то интересно, да, кто торгует внутри дня, то советую скачать вам индикатор, он называется e-correlation table, он в абсолютно прямой доступности есть на сайте mql4.com. Он замеряет коэффициент корреляции между двумя величинами, и в случае, если эта величина будет где-то меньше, чем
50%, а еще лучше где-то около нуля, то они могут ходить абсолютно независимо друг от друга. А если величина будет отрицательной, то они даже будут ходить в разные стороны. Потом можете как раз сами посмотреть, как это происходит, и убедиться в этом самостоятельно. Ну, это так, небольшое лирическое отступление. Для тех, кому именно внутри дня это интересно, советую посмотреть. Возможно, это улучшит результаты вашей работы. Теперь фунт стерлингов. Фунт стерлингов пошел наверх, но его остановило время 14.00, да, то есть поэтому не дошел до 1.5517. Сейчас ждем наступления 10 часов, и чтобы 10 часов закрылись именно, получается, принимать решение придется где-то часов в 11 по Москве. Получается, что у нас два уровня сейчас его зажимают. Это 1.5478, который пробить будет очень сложно, потому что вот она буквально все это время сидела на этом уровне. Но если вдруг она его пробивает, то откроется перспектива на 1.5517. Пока я в этом очень сильно сомневаюсь. Но если пойдет вниз, то он может просто так же вот по небольшому вот этому флетику сходить от 54.53 до 1.5427. Если вдруг кто-то торгует там на 5 минутках, на 15 минутках, то вот эти вот 25 пунктов можно попробовать урвать. Но я такие сделки лично не люблю, то есть я бы дождался либо ухода ниже 54.27, либо подъема выше 1.5517. У вас со вчерашнего, те, кто были, я думаю, все эти цифры есть, можно даже вот сегодня рассматривать уже вот в таких вот рамках. И если откроете сделку, то желательно ее закрыть до 6 утра завтрашнего дня, то есть до следующего уровня по времени, потому что на этой неделе, как видите, уже время достаточно синхронно себя показывает. Теперь следующий доллар против швейцарского франка. Сейчас идет чисто боковое движение, поэтому именно вот в этом временном секторе, хотя общее предпочтение идет именно на покупку, поэтому открываться лучше именно не внутри вот этого вот диапазона, а за его пределами. То есть либо выше 95.76 на покупку, либо ниже 95.47 на продажу. Но открываться здесь можно будет только в том случае, если будут еще подтверждены с точки зрения, например, хотя бы индикаторов или каких-то графических показателей. Потому что здесь мы видели, было достаточно сильное падение. У нас начали расти максимумы, начали расти минимумы. Цена залезла уже выше, чем линия Ганна. Поэтому, исходя вот из последних нескольких дней, движение наверх в рамках сегодняшнего дня, оно более перспективно. Поэтому, если он все-таки рванет наверх, то где-то до 21.00 вот такая сделка возможна. Но только в том случае, если он пробьет и закрепится за 95.76. Падение, в принципе, я допускаю, но пока он развернется, пока сломается линия Ганна, там и ловить уже будет особо нечего. Поэтому, если движение вниз и ловить, то только от 95.18. Потому что вот здесь что-то урвать на падение смогут только те, кто торгует на 15 минутках или на 5 минутках. Я обычно такие сделки игнорирую. Так, сейчас иена, и дальше как раз будет канадец. По иене абсолютно то же самое, что было вчера. Единственное, что напомню, что по времени очень хорошая синхронность в начале недели, поэтому очень быть внимательными. Сегодня в 20.00 как раз может образоваться новый экстремум, который как раз ответит на вопрос, что иена собирается делать к концу этой недели. А так открываться можно только после обновления 119.78 или после 119.24. Как видим, четкого направления в данном секторе временном нету, поэтому и однозначного сигнала на покупку вот прямо сейчас у нас тоже нет, поэтому придется отталкиваться от пробития уровня. Какой уровень пробивает из указанных, в то направление и становимся. Сопровождать сделку можно также по линии Ганна, как я приводил примеры на предыдущих инструментах. Ближайшее время, на котором обязательно нужно остановить свое внимание, это 20.00 сегодня. Потому что если начало недели было такое хорошее по времени синхронное, скорее всего, середина тоже будет такая же. Теперь переходим как раз к вопросу, который задала Галина по канадцу.
Канадец, получается, подошел к уровню 1.30-31 по времени, получается, был маленький минимум, но особо сильно он нам чем-то не помог. Сейчас еще образовывается дивергенция, поэтому, скорее всего, вот текущий час закончится, он закончится через 34 минуты. Если вот эта свечка окажется ниже, чем 1.30-31, то, возможно, он сходит на 1.29.79. Это не говорит о том, что вот это движение все остановится, просто оно после вот этого импульса еще ни разу не скорректировалось. Просто можно будет взять вот такое движение, и потом вполне возможно, что он вот так вот все равно отскочит. Но в любом случае это будет порядка 50 пунктов, то есть где-то 45 пунктов, 40 может быть в карман положить вполне возможно. Помимо того, что у нас идет отбой от расчетного уровня, который в принципе в прошлом тоже повторялся, цена около него останавливалась, да, вот буквально, когда это было, 14 числа, вполне возможно, что разворот повторится и сейчас. Стоп можно будет кинуть за вот этот максимум, то есть где-то на значение на 1.3055. Здесь, я думаю, все всем должно быть понятно. Успел сегодня утром еще посчитать фунт иену. У нее ситуация, в принципе, похожая с фунтом. Мы видим, что цена консолидируется около значения 1, то есть не 1, а 184.94. Если она его не пробивает, тогда может откатиться назад к одному из уровней, либо 184.53, либо 184.12. До наступления расчетного времени 23.00 20 числа, то есть сегодня. Желательно иметь подтверждение, чтобы был излом линии Ганна, тогда будет просто больше вероятность того, что сделку закроете в плюсе. Ну и желательно не жадничайте, как я тогда вот здесь сделал, да, то есть зашел, мог бы закрыться вот здесь, четко по уровню, думал, что все-таки досижу до вот этого, в результате закрыл прибыль практически в два раза меньше. То есть так как работа идет именно против основного вот этого вот движения, поэтому в случае, если он действительно пробьет этот уровень, сходит сюда, забираем его здесь и можно, в принципе, из сделки спокойно выходить, а то периодически такие сделки все-таки обидны, хоть и прибыльные. Теперь серебро. Успел посчитать серебро, золото посчитать, к сожалению, не успел. У нас в ближайшее время, это сегодня, это 21.00. Если посмотреть, то цена уже достаточно сильно скорректировалась, остановилась около расчетного уровня 15.70, около которого она уже останавливалась, поэтому, возможно, серебро сейчас постарается вырасти. Буквально текущий час, от которого осталось тут буквально 30 минут, и следующий час ответят на вопрос, собирается он расти или не собирается. Сигналом на покупку будет, если эта свечка закроется выше значения 15.85, и если линия Ганна сломается на этом или на, ну, на следующем часе или через час, тогда он вполне сможет сходить на 15.95 и на 16.05. Вполне возможно, что этот рост тоже захлебнется на 16.14, но заранее это определить достаточно сложно. То есть мы рассматриваем сделки в рамках сегодняшнего дня, а цели у нас пока две. То есть вот эти они у вас перед глазами есть. Желательно, пока линия Ганна не сломается, в покупку не становиться. Да, возможно, вы там часть прибыли потеряете, но зато вероятность того, что вы будете правы, достаточно будет увеличена из-за того, что спред здесь как бы не маленький, у вас он, в принципе, перед глазами. Поэтому по серебру нужно всегда очень аккуратно становиться. Я знаю, что как минимум несколько из наших зрителей сейчас точно торгуют на серебре. Отдельно я вам на почту уже почти всем ответил, там кроме одного или двух. Поэтому
лучше, если вы работаете на таких инструментах, которые достаточно хорошо бегают и имеют такие спреды, лучше не заходить сразу большим лотом, а воспользуйтесь методом многократных лотов. То есть сначала заходим небольшим, если мы оказываемся правы, заходим еще, если оказываемся правы, заходим еще на дополнительных сигналах. Не просто с потолка из-за того, что захотелось зайти, а, например, в случае, когда... Вот где-нибудь вот здесь, да, рассмотрим, начался рост, естественно, вот здесь бы вы его никогда не взяли, то есть вы увидели, что вот рост пошел вот здесь, где-нибудь здесь зашли, потом ушли на более маленький таймфрейм и на вот этих вот изломах линии ганна просто добавлялись, и где-нибудь вот здесь уже в любом случае не вот тут, а именно когда движение пошло вниз, вы уже бы узнали, что движение остановилось. И тогда, получается, вот от этих последних лотов, которые открывались вот здесь, вы бы словили свои законные минуса, а от всех, которые открывались вот тут, в этом промежутке времени, вы бы получили плюс. Ну и, допустим, было бы сделок там 10 прибыльных и 3 сделки убыточных, суммарно оказались бы в плюсе. Чем метод удобен? Это тем, что если вы оказываетесь правы, вы зарабатываете большим количеством лотов, а если вы оказываетесь неправы, вас в самом начале выкидывает один или два раза, вы получаете одним единственным лотом убыток, и этот убыток никак не соизмерим с той прибылью, которую вы возьмете потом. Поэтому с трендовыми инструментами это намного более интересный вариант. К тому же этот метод известен уже очень давно, особенно хорошо применяется на сильных трендовых инструментах, типа, например, фондовых индексов и так далее. Поэтому, кому интересно, почитайте, эта информация в интернете абсолютно доступна. Если что-то будет непонятно, опять же, можете мне написать, я всегда буду рад помочь. По золоту, к сожалению, посчитать не успел. Если сейчас хватит времени, посчитаем вместе. По австралийцу, опять же, на днях фактически вызревает та же ситуация, которую мы с вами обсуждали, которая, в принципе, подтверждает то, что мы сейчас видим вот здесь. То есть нам достаточно увидеть вот этот момент, когда он уйдет вот сюда. Если он уйдет ниже вот этого значения, а пока у нас есть только необходимые признаки, но достаточных нет, тогда вот эта модель снова будет работать и откроет нам перспективу падения на 64.29. Если этого не произойдет, тогда это у нас останется только в теории, но отложим в дальний ящик, посмотрим, как это будет работать дальше. То есть никогда бежать вперед рынка мы с вами в любом случае не будем. Золото, опять же, по времени недавно идеально развернулась, и в ближайшие дни именно перспектива золота на небольшой откат все-таки есть в рамках именно дневных движений, то есть периодически какие-то маленькие коррекции наверх могут быть, но в рамках нескольких следующих дней, может быть даже в рамках этой недели, рассматриваются все-таки более приоритетные сделки на низ. Что мы, собственно, здесь и видим, но, к сожалению, квадрат я посчитать не успел. Сегодня задавали вопрос по рублю. Давайте тогда сначала тем, кто не был раньше на нашем мероприятии, повторюсь с вот этим графиком, как его можно будет использовать в дальнейшем. Он посчитан достаточно далеко, тут, кажется, до 19 ноября. Если модель будет работать дальше, я могу продлить до конца 2016 года, потому что у меня исходные расчеты, кажется, сохранились еще. Посчитана она была достаточно давно, но смотреть в историю особо сильно не надо. Кто захочет, откроет, сам посмотрит. Какая ситуация на данный момент? То есть данная модель, которая рассмотрена на графике, она рассматривает в приоритете только покупки пары доллар-рубль. Продажи полностью игнорируются. То есть да, действительно, вот тут было классное движение на продажу. Я помню, с кем-то спорил на эту тему, но... Вот в рамках именно данной ситуации вот этот кусок просто игнорируется и переходится на другой график. То есть можно было уйти на более маленький таймфрейм и посчитать вот от этого максимума расчет потенциала движения вниз и работать именно по нему. Но от тех минимумов, которые делался расчет изначально, продаж в принципе не существует. Но это так тоже небольшое лирическое отступление. Посмотрим именно на то, что есть сейчас. Ожидалось, что будет падение рубля от значения 66.74. Ну, кто хочет, может на YouTube повтор посмотреть, там, например, недельной давности, да, до значения приблизительно 59.39, где он, собственно, сейчас и начал консолидироваться после того, как образовал дивергенцию. Я все-таки думал, что какая-то шпилька до 59.39 доползет. Но видно, все-таки погрешность спустя год уже присутствует. Почему
Здесь отображены именно желтые такие полосы, они четкие конкретные уровни поддержки и сопротивления. Потому что вот в рамках данной модели мы видим частный случай, когда у рынка нет уровней поддержки и нет уровней сопротивления в классическом понимании этого слова. Что это значит? Значение между двумя пунктирными линиями, синей и фиолетовой, любое значение цены вот в этом диапазоне может стать уровнем поддержки и сопротивления, от которого цена отобьется. На истории потом посмотрите сами, убедитесь. Поэтому я ожидал остановки около 59.39, разворота, как раз у нас здесь угол идет 3.1, и после него начнется движение наверх. Агрессивные трейдеры смогут уже после этого начинать входить в покупки и ждать своей прибыли на 66.74. После этого, если он уйдет за 66.74, тогда у вас открывается перспектива движения наверх к цели 74.44 или 72.71, ну или любое значение между этими двумя. То есть вот куда-то вот эту полосу перекрашивать желтую просто не хочу. Единственное, на что обязательно надо смотреть, это уровень 70.95, это то, где все время вмешивался ЦБ и останавливал вот этот истерический рост доллар-рубль. Потому что как бы технический анализ — это вещь хорошая, но фундамент, он всегда стоит этажом выше и он всегда главнее. Поэтому нужно всегда оглядываться именно на крупные экономические и политические события, которые могут повлиять на пару, к тому же такую очень сильно дергающуюся, как доллар-рубль. Если рассматривать именно временные рамки, когда это может произойти, то есть вот этот рост этот только-только начинает показывать свои признаки к началу, если это движение пойдет наверх, то ждать его надо где-то в районе 19 ноября приблизительно. Отсюда какие наши действия? Ждем, чтобы обновился вот этот вот максимум, для тех, чтобы все-таки иметь какие-то дополнительные подтверждения, потому что на более маленьком таймфрейме, например, там, значит, на 4 часах у нас это будет уже неудавшийся размах, да? А в этом случае, для того, чтобы хоть как-то себя обезопасить от резких движений, сейчас давайте немножко тут цвет поменяем. Нужно все-таки заходить более по четким сигналам, да, то есть у нас уже как бы начальная перспектива получается вот такая, да. И опять же обратите внимание, что мы входим именно в зону, где рынок может остановиться. Но в любом случае, если так примерно прикинуть, куда он может уйти, то расстояние достаточно не слабое. Поэтому тем, кто любит доллар-рубль, караульте его около цены 63.187, и вполне возможно, что вы заберете значительно больше, чем вот то расстояние, которое я вам нарисовал сейчас. Но пока он его не пробьет, лучше не входить. Объясняю еще раз почему, потому что он может сходить вот так еще раз вот сюда, а потом только наверх. Примеров было достаточно много. Если нужно, полистайте, например, или нефть, или, соответственно, рубль. Случаи были, когда цена вроде как разворачивается, а потом все равно ходит до зоны и идет уже дальше. То есть те, кто стоят с большими стоп-лоссами, им в принципе будет наплевать, вот, но нервишки все равно могут пошаливать от этого. Поэтому лучше работать именно по четким сигналам, когда есть и необходимые, и достаточные условия. Необходимые у нас есть, достаточное я вам вот здесь вот как раз обрисовал. Когда у нас начинают расти максимумы. Минимумы растут, максимумы еще пока что не растут. Так, Сергей спрашивает, с какого уровня заходить. Вот я бы заходил вот с этого, с 63.18. Можете отложенник за него поставить на всякий случай, buy stop, пусть стоит. Если сходит вниз, отложенник так и останется, есть не просит. Да? Если движение будет наверх, то как раз его подхватят и пойдете вместе с рынком. Здесь, я думаю, все должно быть всем понятно. Если что-то непонятно, тогда пишите в чат, разберем отдельно. Так, ну вот, собственно, все основные инструменты, которые были запланированы, разобрали. Для тех, кто опоздал,
Еще раз кидаю в чат вам ссылку на рабочий стол. Можете закачивать. Если кто-то не знает, как устанавливать, буквально сейчас минутку повторю, как это делать. Файл, открыть каталог данных, попадаем во внутренности MetaTrader'а. Заходим в папку Profiles и из архива, который вы скачали, достаем папку аналитика от Ершова. Это для того, чтобы отобразились все графические построения. Чтобы были видны индикаторы, возвращаемся назад, MQL4, папка индикаторы и кидаем сюда все индикаторы из архива, которые лежат в папке индикаторы для аналитики. И тогда все у вас будет работать. Если вдруг что-то не работает, то... Напоминаю, что всегда можно задать лично мне вопрос в индивидуальном порядке alexey.yershov@alpari.org. Теперь у нас есть буквально 3 минутки. Если у кого-то еще остались вопросы, то задавайте. Мне еще кто-то написал на почту, чтобы вживую здесь вместе с вами посчитать любимый угол какого-нибудь из инструментов. Сегодня, как видите, просто не получилось. Я думал сегодня это сделать. Вот. Ну, тогда я думаю, на этой неделе, если успеем, например, до половины все основные пары рассмотреть, то возьмем какой-нибудь на ваш выбор инструмент. Если у него любимый угол будет существовать, то сразу посчитаем, например, до конца 2016 года, тоже золото, например. Вам тогда как раз подумать, квадрат чего будем считать, любимый угол чего будем считать. Пока, я так понял, больше всего интересен либо рубль, либо золото. Ну а там уже по большинству будем считать, кому что больше нравится. Так, ну я смотрю, так, для чего нужен любимый угол в квадрате 9? Владимир спрашивает. Любимый угол — это тип расчета по квадрату 9 для того, чтобы можно было определять возможные цены, где цена будет останавливаться, где рынок будет останавливаться и время, когда это будет происходить, причем на неограниченное количество времени в будущем. То есть вот то, что вы видели вот здесь, на австралийце, на фунте, это расчет на неделю вперед. То есть в пятницу, когда закроется рынок, данные уровни ценовые, они уже потеряют свой смысл, даже если, возможно, там в понедельник они еще будут частично актуальны, и цена от них будет отбиваться. А вот пример, например, с золотом, то, что я показывал вот здесь, он сделан еще в 2011 году, и, как видите, 15-10 цена развернулась как раз именно на этом значении. То есть немногим ранее цена остановилась именно на расчетном уровне, который тоже был черти когда рассчитан. Если немножко посмотрите в прошлое, то очень часто остановки происходят либо на ценах, либо на временах, соответственно, да, когда мы их знаем фактически заранее. То есть это не попытка предсказания чего-то, напоминаю, да, то есть это просто чистая математика, когда мы знаем начальное колебание у рынка, и оно всегда сохраняет определенные свойства на протяжении длительного времени. Поэтому, вот, например, с помощью вот этого метода золото посчитано, возможность падения золота посчитана до 8 ноября 2016 года. Если оно начнет расти, данная модель будет просто разрушена, и тогда мы будем считать уже другую модель на рост. Это просто дает вам возможность правильно выставлять стоп-лоссы, особенно если вы работаете в долгосрок, можно найти стоп-лосс, за который цена зайдет, только если глобально тренд развернется. Если вы туда поставите стоп-лосс, вероятность его выбивания будет практически близка к нулю, если вам только депозит позволит его туда поставить. Точно так же и уровни по времени. Чем они будут полезны? Тем, как, что вы знаете, что в определенный момент времени цена может начать разворачиваться. То вот как, в принципе, это было вот здесь. То есть можете посмотреть на какие-то предыдущие из выпусков, мы как раз их обсуждали, на YouTube они есть. Я говорил тогда, что 15-10 цена может начать разворачиваться. Ну, сейчас мы уже говорим это по факту, да? То есть в дальнейшем, я думаю, вы к этой терминологии привыкните и будете пользоваться, потому что когда работаешь в плоскости, то есть не только с ценой, а еще и со временем, то работа существенно упрощается. У вас будут сигналы не только от цены, но и от времени. А когда сигнал будет и от цены, и от времени одновременно, он практически всегда
срабатывать. Но, к сожалению, они бывают не очень часто. Думаю, на вопрос ответил. Так, по евро вкратце можно повторить. Ну, буквально у нас, сейчас я посмотрю, сколько у нас эфира осталось. У нас 4 минуты эфира осталось. Давайте для опоздавших повторю. У нас евро вчерашнюю цель отработала, сходила до 1.1313. Сейчас она болтается между 1.1313 и 1.1342. Цена находится ниже линии Ганна. Приоритет в рамках сегодняшнего дня на падение сохраняется, но открываться стоит после пробития 1.1313. Цель будет составлять 1.1270. И желательно, если будете заходить, закрыть сделку до 23.00 сегодняшнего дня. Или, по крайней мере, к этому времени, если сделка будет в плюсе, перенести стопы в положительное состояние, чтобы сделка закрылась в любом случае в плюсе. Вот, в принципе, в двух словах все, что нужно знать по евро. Ну, я думаю, можем закругляться. Буквально через минут 30 будет данный семинар доступен уже на YouTube. Кто, если что-то пропустил или кто-то что-то хочет повторить, то сможете посмотреть. А всем тогда домашнее задание подумать, любимый угол для какого инструмента будем считать. Я думаю, что, скорее всего, будет либо золото, либо что-то еще. Но если будут какие-то альтернативные инструменты, которые большая часть из вас захочет рассмотреть, то рассмотрим именно их. То есть с этим проблем никаких нет. Вот. Встретимся тогда уже завтра. Напоминаю, сегодня новости по Англии в час. Всем держать руку на пульсе. Всем удачной торговли. Надеюсь, что завтра похвастаетесь очередными профитами. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Всем удачной торговли. До завтра. До свидания.